Живопись на грани фотографий можно увидеть в залах художественного училища. Там открылась персональная выставка картин Никиты Павлова. Почти на каждой – Чебоксары глазами человека, который живет в гармонии с городом. На открытии экспозиции побывали и наши корреспонденты. На сегодняшний день фототехника может снять практически все, но единственное, что она не в состоянии передать, это впечатление, мимолетное чувство художника. Никита Павлов – фотограф, в свое свободное время он посвящает живописи. Центральное место в творчестве художника занимают городские пейзажи. Город в его картинах становится отражением внутреннего состояния человека. Рисовать я начал с 13 лет. Мне с детства нравилась архитектура, городская среда, и поэтому я вот и занимаюсь живописью, городским пейзажем, урбанистическим. Фотографии бывают случайными, в изобразительном искусстве подобное невозможно. Даже спонтанные композиции коллеги и наставники отмечают особую энергетику. Привлекает внимание зрителей не только цветовые пятна, но и линии. Живопись буквально становится пространством для свободного воображения. Это взгляд художника, который может увидеть, скажем, в мокрой мостовой отражение неба, который может увидеть, как красивы рефлексы солнечные на домах, как красивы и интересны наши улицы, наши дворы, как ритмично и завораживает своим движением наша повседневная жизнь. Людям, спешащим по своим делам, просто некогда замечать всю энергию дня. А художник заметил, его выставка – это искреннее любование улицами, дорогами и домами. Позитивный и ясный взгляд на город. Мария Леончик, Нина Куропаткина, Олег Якимов, Республика.